Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и вам стоит подписаться на этот канал, потому что я первым публикую обзоры на технику, которая в игре появляется. Кручу вместе с вами рулетки, открываю контейнер, рассказываю вам о всех новостях, которые в нашей игре появляются, ну и обязательно даю анонсы того, что ждет нас в будущем. Буквально недавно была рулетка на мистические контейнеры, и я, понятное дело, ее покрутил, опубликовал видео, ну и был очень сильно расстроен, потому что меня не удовлетворило то, что я с нее получил. И вот сегодня, ребят, я решил опубликовать видео, которое получил несколько дней назад, просто руки раньше не доходили, и отдельное спасибо большое Тимуру, который не первый раз сбрасывает свои видосы. Единственное что, Тимур, если ты это все делаешь за собственные деньги или за голду, для того чтобы я это публиковал, и ты не преследуешь цель получать от этого удовольствие, то пожалуйста перестань, потому что я не представляю себе, сколько всего ты сливаешь в игре для того, чтобы нас порадовать своими видео. Но в любом случае спасибо тебе большое, это твой выбор, ну а мы тебе за это благодарным, так или иначе. Итак, ребят, суммарно Тимуром было открыто 47 контейнеров. Что из этого получилось, я не знаю. Я даже не видел, как открывался первый контейнер, я просто обрезал видео до момента того, как контейнер падает. И буду смотреть данное видео вместе с вами. Мне вот интересно, фартанет Тимуру больше, чем мне с этими контейнерами или нет? Ну что, ребят, давайте начинать смотреть, а вы, пожалуйста, пишите в комментариях свое мнение по поводу успешности данного открытия, желательно с какой-то своей калькуляцией. Итак, погнали. Первый контейнер. Из первого контейнера выпадает свободкой. Да ну нафиг! Ну серьезно, с первого контейнера мистический сертификат, блин. И акула. Т-54Е2. Вот это начало видоса, блин. Я в трансе, ребят. Я... Блин, я... Я ковырял эту рулетку, ни черта не получил тут с первого контейнера. 500 голды возвращается, свободка. Я буду потихоньку записывать голду, но не буду писать по поводу свободного опыта, потому что это слишком много времени займет и калькуляция будет очень долгой. 100 голды еще. День прем-аккаунта. Ну, пока, короче говоря, вот если не считать акулы, 200 золотом, пока если не считать акулу, то в целом то же самое, что было у меня. Плюс-минус. Ничего удивительного я здесь не вижу. Единственное, что я так понимаю, что приближаемся мы к контейнеру второго уровня по частям, я имею в виду по вот этим вот талисманам. Итак, конт второго уровня, что нам приносит? Дай ему еще анимированный аватар. Нет, обычный, слава богу. Но это я так, из зависти, ребят. Извините, пожалуйста, особенно Тимур, прости меня, пожалуйста. Еще один мистический. Я в шоке, блин. Я просто в трансе. Объект 252к. Ну вот, блин, ну вот как так вам выпадает всем? Ну вот как у вас получается мне в комментариях писать, ГСН, я выбил с первых прокрутов главную награду? 100 голды. Свободка. Еще 100 голды. Блин, да мне даже голда не падала, реально. Ну, не могу сказать, что здесь прям сыпет, вау. Ну, на финише здесь не хватает только анимированного аватара и фона профиля. Братишка, если серьезно, искренне тебе желаю, чтобы оно тебе все-таки выпало. Хотя уже поздно, ты это уже сделал, да мы смотрим в записи. 200 голды сверху. Еще один мистический сертификат. ПЗ-4С. Да, вот здесь, конечно, под коленку дала игра. Вот сейчас, конечно, было очень неприятно. Я рассчитывал, что хотя бы какая-нибудь восьмерочка еще одна выпадет. Ну ладно, держим пальцы крестиком, еще время есть. 200 золотом. Еще свободки немножко. Еще свободки. Один день прем-аккаунта. Я бы сказал, что дни прем-аккаунта... Сколько, блин? 500 000 свободного опыта. 200 голды, 200 свободки. Ну, короче говоря, я говорил, что свободку считать не буду, но, ребят, просто накинем там, что было 600 тысяч, если сейчас еще не выпадет. И на этом все. Так, чтобы с калькулятором не играться. Я шизею. Еще 3 дня прем-аккаунта. Так, мистик второго уровня, что приносит? Блин, ничего не приносит. Еще 100 золотом, и в этом контейнере 100. 200 и 2, и 2000.
2000. Ну, сказал бы я, что этот свободный опыт и не прямо понадобится Тимуру на ивенте на слив ресурсов, но с учетом того, сколько он сливает в контейнеры в целом, я думаю, что ему это вообще не интересно будет. Я боюсь представить, какие у него копилки на его аккаунте. 2200. Два раза по 200 и еще 50. Серебром. Ну, 50 серебром это даже не смешно. День прем-аккаунта. Ну, давай. Давай под конец еще что-нибудь. Порадуй чем-то. Дай что-нибудь такое прям жирное. Прям, чтобы мало не показалось. 100 голды. Все, да? Все. Ух ты, блин, ребят. Да, возьму секундочку паузы и сейчас к вам вернусь с подсчетами, что у нас там получилось на калькуляторе. Ребят, вы знаете, я не пожалел о том, что я не смотрел данное открытие перед тем, как записывать данное видео, потому что, ну, некоторые моменты меня повергли в шок, а с другой стороны, я даже не знаю, как теперь это все дело посчитать и на что это дело все натягивать в виде исходных данных. Суммарно было открыто 47 контейнеров. Я не знаю, какую сумму стоимости контейнера взять за основу. Пишите свои предположения, или точнее свое мнение, в комментариях в отношении себестоимости одного контейнера, но я решил за основу взять 650 голды. Почему так? Потому что в рулетке контейнеры обходились в 666 золота, но где-то как-то, скорее всего, еще были дособраны, но ранее не открытые, я не знаю их цену, поэтому поставил просто 650 на старте, и таким образом у меня получилось, что 47 контейнеров обошлось, грубо говоря, там в 30 550 золотом. Ну, вот так вот чисто за основу. Выпали акула, выпал объект 452К и выпал ПЗ-4С 6 уровня. Кроме того, выпало, грубо говоря, как мы уже с вами договорились, 600 тысяч свободного опыта и какое-то количество дней према. Не знаю, ребят, можно ли данное открытие назвать прям действительно успешным в отношении того, что за потраченную голду было получено техники, в частности, на соответствующую сумму. Я хотел бы услышать ваше мнение в комментариях. Напишите в комментах хотя бы окупился, не окупился. А там дальше мне самому даже будет интересно почитать, кто что думает. Спасибо большое за просмотр. Тимур, тебе огромное спасибо за присланное видео. Как я уже сказал, если ты это делаешь исключительно для того, чтобы я это выкладывал на канале и не преследуешь цель получать что-то из этих контейнеров или получать удовольствие от их открытия, то, братишка, лучше не занимайся этим. Но в любом случае, спасибо тебе большое. А вам, друзья мои, открывайте контейнеры с умом и мое мнение: лучше покупайте технику или товары непосредственно в самом магазине, а не пытайтесь достать их из контейнеров, потому что неизвестно, что вам из контов выпадет. Я побежал снимать следующее видео специально для вас, а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.